Либо оплатил деньги сразу. Перед телефоном. Я стою на верхней ступеньке. Лучше бы ты бы сидела на коленях. Чтобы я на нижней встала, да? На самом деле приехали немножко за новогодним настроением. Деньги потратили. Такой ноябрьская хандра такая. Не знаю, солнце классно. Так, вот у нас мальчик Алёша, он пришел себе купить пижамку новогоднюю. Ты мой хороший. Ну, настроение же прям сразу. Шортики или штанишки? Покажи со штанами еще вариант. Ну-ка, на, держи. Что мальчику Алёше лучше выбрать? Пижамку со штанишками или пижамку с шортиками? Поверни лицом теперь их. Здесь футболка прикольная. Печенька классная, да. Короче, смотрите, какие няшные кружки. У нас бы дети таким точно обрадовались. Вообще в син прикольные всякие для дома штуки. Мне нравится вот в зеленом. Видите, это что у нас такое? А, ну это сахарница. Всякие свечи. Ну классно же. Кстати, ну зеленые кружечки так себе. Гирлянда. Еще. Красивые деревянные гирлянды. Всякий декор. Сколько такая штучка, интересно, стоит? Она стоит 600 рублей. Как вам вот такие кружечки? Мне очень нравится. Осталось теперь выбрать, да? 200 рублей. Так, ну что, мы закупились. Распаковку надо или не надо? О, кстати, мне на ВБ еще надо зайти. Пошли на ВБ, зайдем еще. Господи, вот. Давай, давай. Вот дай сюда, дай сюда. Вот слава богу, что между ВБ и подъездом нету еще ничего, а то бы мы еще и туда бы зашли. Спасибо, зоны там нет. Ну и что это за секси-мужчина? Ну-ка, давай-ка. О май гарбл. Уф, у-ла-ла. Прикольное что для настроения. Осталось елку поставить. А я и купил для настроения. Так, распаковочка. Что значит мы тут купили? Это мы купили деткам для новогоднего настроения. Так, одна. Ага. Там две такие кружечки. Это я купила ванну. Причем, короче, смотрите, меня всегда раздражает, что стаканчики для щеток и для паст всегда очень маленькие. Но в наборе, вот в этом сером таком графитовом наборе, шел еще и ёршик. Просто ёршик мы уберем, и у нас будет большой стакан для щеток. Лайфхак, ловите. Так, это просто подносик тут на стол маленький. А, что еще? Вот это я купила себе. Не знаю, я почему-то обожаю черную посуду. И такую красную, черную кружечку себе купила. 250 рублей. Так, а эти кружки, кстати, я вам не сказала, они стоят 300 рублей одна. Так, что еще? Что еще? Вот тут вторая кружка, но она абсолютно такая же, как и первая. Купила, мне почему-то срочно понадобилось ведро в ванну. Ну, такую красивую ведерку купила. Тинс. Ну, вот так. Остается, все выбрасывается. Такие покупочки.
полный джингл белл. Нет, пожалуйста, можно еще украсть? Давай.